Администрация мэра Янмара стала лидером среди муниципальных образований Ненецкого округа по уровню содействия развитию конкуренции. Диплом за победу в конкурсе главе муниципалитета Олегу Белаку вручила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Логвиненко. Рейтинговая система оценки органов местного самоуправления Ненецкого округа была создана в 2017 году. Она направлена на содействие развитию конкуренции, а также выявление лучших муниципальных практик региона с целью их дальнейшего тиражирования. По итогам прошлого года лучшим муниципальным образованием за содействие развитию конкуренции признана администрация Нарьян-Мара. Действительно, большая работа проводится городом в этом направлении. И, можно сказать, равные условия всем предпринимателям, это радует, развитие предпринимательства на территории города. Поэтому и не только с точки зрения нормативно-правовых документов, но и всей другой поддержки по этому отношению. Одним из главных критериев оценки органов местного самоуправления в рейтинге стало соблюдение норм антимонопольного законодательства. По словам Татьяны Логвиненко, Нарьян-Мар соответствует всем заявленным параметрам. Для нас это очень важная и ценная награда, потому что одним из главных критериев и правил нашей работы это было, есть и будет всегда эта открытость. Да, вы видите, что меняется и облик города, мы меняем нестационарный объект, вот в этом году мы завершили это все мероприятие. Это тоже все проходит на основании открытости и доброй воли всех участников рынка. То есть равные права на меры соцподдержки, социальной поддержки, экономической поддержки является как раз залогом того, чтобы быть вот в данной номинации лидером. Для нас это большая честь, и я думаю, что мы будем делиться этим опытом действительно с нашими коллегами, другими муниципальными образованиями. Второе и третье места в рейтинге органов местного самоуправления Ненецкого округа по уровню содействия развитию конкуренции заняли Пустозерский и Пёшский сельсоветы. Мария Даник, Антон Бодряков, телеканал «Север».